Так, привет, народ, это Альвинос, это Диван Джорни. Продолжаем играть данную сборку. Вот, я так походил, подумал, где же мне поставить этот иридиумный копатель. Ну, типа иридиумный копатель, интересно, из него выпадает или нет. Выпадает. Так, и пока решил на время, ну, может навсегда, может на время, пока что на время. Я так думаю, это будет, но сильно я сомневаюсь, что это будет навсегда. Значит так, вот у нас тут и такая фигня, которая может служить основой. Так, нам надо основной этот поставить. В принципе, она будет работать с одной. Лазер, вот, увидел. Лазер резал. Так, насколько я... До сих пор помню, это надо так, сюда, так, это сюда, вот, и этот сюда, сюда и сюда. Так, мне надо поставить вот эту вот штуку так. Окейушки. Так, эти можно убрать. Только для этого магнит включить, чтобы убрать нормально. Так, этот убрать, этот обязательно убрать. Ну, эти не обязательно убирать, но лучше, наверное, чтобы они не мешались. Так, дальше. Блин, тут нам энергии понадобится. Уж очень задофига. Так, очень задофига, говорите, да? Очень задофига. Так, у меня что-нибудь осталось энергетически средневольтовый, но это такое. О, 32 ляма. Это у нас элитный накопитель, да? У нас есть эта труба, энергетическая труба края. Это, конечно, такое себе решение, но ладно. Это сюда. Это сюда. Сюда. Так, и мне не хватает, мне надо их пару штук еще сделать. А делаются они, блин... Так, рецепт из красненьких. Колупнуть красненького надо. Хотя у нас вот есть такие, ну ладно. Рецепт, так эти пойдут. 6. А мне надо, я 2 поставил. А, ну должно хватить, в принципе. Так, и нам надо вот эта штука и вот так высокопроводного тока. Она же все сжирать будет. Так, это сюда. И вот эту черепаху нашу, или как ее тут в смысле, а на что ты встала? Это ты к чему подсоединилась? А, понятно. Конечно. К чему ж ты еще можешь подсоединиться? О. Значит так. Отсюда вставлять не надо. Всегда активен. Всегда активен тут вставлять. Ну, энергии, естественно, нету. Так, тут извлечь всегда активен. Вставлять не надо. Тут вставлять. Тут то же самое. Всегда... активен, не надо тут всегда вставлять, и тут то же самое, да? Так, тут у нас всегда вставлять, а тут всегда активен, всегда извлекать. Так, ты, да, я поставил, ты это опять тут понаставила своих всякого
разного. Так, тут, наверное, мы сделаем вот такую вот штуку. Ну, чтобы меня не сильно било, чтобы, если я подошел, чтобы меня не сразу убило. Тут всегда вставлять, а тут всегда извлекать. Вот, теперь, что это было? Отсих. Ать. А! Хорошо. Протрезвел, наверное. Так. Тут энергии нету. Так, теперь в эту хрень мы поставили. А я не помню, как я ее поставил. Я, по-моему, с этой стороны поставил. Ты набираешь. И теперь вход. Значит, отсюда выход. Выход сверх. Вход. Спереди выход. Сзади. Это что такое? Это низ. Это выход. Ну и что? Пошло дело. Так. Вот она, иридиевая руда. Пошло дело. Конечно, она тут драть будет, как и сидерную козу. Вот это. Ну, вроде бы пошло. Что-то там делает. А, угу. Иридиевая руда. Ура. Она у нас первая. И юзыч. Как из нее получить побольше слитков? Это не подходит, просто дорого. Два слитка. Это нет. Два. Химия не подходит. Разрубить нет. Это не хочу. Два. Два. Один. Два. Это что, измельчитель? Тут три можно получить, но тут надо этот тектонический петротиум. Ага, вот как его можно переплавить в этой с киноварью. Киноварь у нас, по-моему, есть. Так что это пока что... пока что... Так, ты больше ничего не нашел? О, еще нашел. Так, что ж, друзья, товарищи, у нас есть... Иридий, и он, я так понимаю, понадобится, вот она, киноварь, в огромных количествах, она должна будет работать сейчас невероятно долго. Так, киновари две штуки, и вот этого, и давай мне три слитка, три, и платина плюс, ну платина это такое. Так, ты, конечно, пошла сюда, вот, давай, шесть. Шесть иридия. Ура, товарищи, у меня иридий. Так, а это запросить какую? Ага. Лазерные линзы. КДБ. Линзы. Так, у нас там, по-моему, бирюзовые. Так, это надо сюда юзать. Нам даст алмазы, платину, руда. Так, какие там есть? Что там? Бирюзовая, лаймовая, желтая и коричневая. К. Ой, не К. Не это. Escape. Так, голубое, бирюзовая. Бирюзовая юзыч. Это у нас коралловая руда. Желтая. Желтая юзыч. Это у нас золото. Это фигня. Еролит. Ирид. Так. Руда амброзиума. Не надо. Лаймовый юзыч. Это у нас изумруд. Изумруды уже и так есть. Я так думаю, наверное, бирюзовую возьму. Бирюзовую. Ах, чё я мучаюсь? Она там только одна голубая. А, еще голубая. А, голубая это золото. К, значит, давайте бирюзу. Голубая. Стоп. К. Ой, не К. Е. Голубая. Юзыч. Там коралловая какая-то была. Нет. Не, это не надо.
и коричневая. Юзыч — это железо, алюминий, никель, драгоценная руда и пенфирит. А, ну это ребус. Ну, так, блин, давай голубую запросить, какая мне. К черту разница. Так, мы это получили. Дальше можно ли сюда идти? Но мы идем. Так, а это что? Not dirt allowed. Химическая камера сгорания, химическая камера растворения. Юза, сейчас, что она делает? А, это умножение руд, да? Это у нас из одного получается взвесь железа, серная кислота, юзыч. Из нее взвесь железа, получаем очищенное взвесь железа. Ее в химическом кристаллизаторе мы можем сделать кристалл. Кристалл мы можем железно ископаемый, железно ископаемый в глыбу. Глыбу загрязненный, загрязненный исчищенный, и получить дохрена. Но это пока, это надо, но это пока слишком дорого для меня, да. Сонды, квантовый телепорт. Ух ты. Квантовый телепорт. Блок темной стали, пространственный прием и передатчик. Ага. Только тут все очень сложно. Ладно, нам надо двигаться вот сюда. Металлоги процессор. Это у нас... вот эту надо получить. Высекатель. Осьми иридиум получается. Осьми плюс иридий. Ага. Осьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стоп. Нам надо же посмотреть, может там... Ой. Еще что-нибудь есть? Может, еще иридиево чуть-чуть. О. Оловянная. Деревянная. Так, ну, короче, иридиум пошел. Так, значит, это мы тебя сюда и иридиевая руда. Ох ты ж, какая радость-то. Какая радость, осьми иридиум. Так, осьми иридиум. Восьмиева иридиевая руда пошла. Хорошо. Это хорошо. Восьми иридиум у нас вообще где используется? На всяко разно. Это эндорутилиты там всякие. Ух ты, ух ты. Антикорруптион. Devil Strange. Блин, надо будет посмотреть потом, когда разбогатею. Иди сюда. Так, вот оно. Это идет у нас куда-то сюда. Я так помню. Не, сюда оно не идет. Так, ось еще у нас есть. Ну, давайте все 8. А, чистый иридиум куда-нибудь идет. Усы, блин. Рецепт. Юзыч. Лесопилка, иридиевый стержень. Потом понадобится сейчас пластины, монеты, измельчитель и что, и все. Ладно, так, 8 иридиев мы получили. Так, металлоги процессор нужен. Нам для этого надо 8 иридий. Блин, процессор, вот эти надо получить. Осьми ириди, инскрабы, металлоги. Металлоги. Вот он, инскрабл, металлоги. Тинк. Тинк. Я так понимаю, так. Ну, наверное, не все. Жалко как-то. Я его таким трудом сложным получил. Так, это значит, так, нам надо хотя бы один процессор получить, у нас их три, тут у нас все работает, значит, это вверх кложится или кладется, так, и идет сюда. Еще шесть, так, ну я так думаю, этих процессоров надо будет, вот, нам дали. О,
Autocraft, да. А. Автоматер Трофи. А, ну и все, можно дальше не играть. 11. Сюда. Так, у нас редстоун закончился или вот эти? Не. У нас все нормально. Так, 6 этих получили. Завершено. Запросить. Дальше, что у нас идет дальше, что они там у нас в финале Automational, Fluid, ну Fluid меня вообще не интересует, меня интересует, ай, да, еще, наверное, не сказал, сборка-то обновила, иридиевая руда, ну, как раз 4. Так, металлогию мы завершили. Что вы тут от нас? Кулинарный процесс. Рюс, меридиум и блу. Ой-ё. Ой-ё. Ой, мама. Ой, мама, это только один. Это только на эту. Rainbow генератор. Да, ой, ты ж, раз, два, три, четыре, пять, да? Подождите, раз, два, три, четыре, пять, и каждый, раз, два, ой, извиняюсь, раз, два, три, четыре, пять. Так, потом вот эти надо будут генераторы делать, да? Ну, тут хоть не надо, да? Потом вот эти генераторы надо делать, да? Из этих делается Rainbow генераторы, да? Из этого делается Rainbow генератор. Ну, в принципе, он просто делается. Usage. Да, и что там? Ух ты, какая штука. Creative Energy Source. Ух ты, какая красота. Тарандер Слейтер. Йоп. Пикиста Китая. Так, так, таял. Так, ну, 20 процессоров есть. И что у нас тут закончилось? Ничего не закончилось. А что мы стоим на? Что не работаем на? Так, 22 процессора металлогических есть. Мы их можем использовать. ME интерфейс, ME Fluid интерфейс, молекулярный сборщик. Ну, понятно. Карта крафта, блок крафта, блин, а как же... Ага. Ага. Стоп, я вспомнил, что у меня там, ну... задания были. Не так, а назад. Угу. Ну, это автокрафт уже, да? Надеюсь. Это что, Underworld? Трансферный порт ввода-вывода. Тоже полезная штука, если что. Довольно-таки не сильно так. Это понятно. Потом вот эти пространственный пилон. Это я могу. Это я... Ну, осьми иридиума, я так понимаю, надо будет дохренища. И вот эта штука. Литий есть. Металлоги процессор есть. Для чего он может быть нужен? Переместить предметы, которые не перемещаются. Всего-то 6. Так, тебя сюда... А, я вас забрать не могу. Я только забрать вас могу. У меня 6 8 иридиума. Ну что, надо лететь сюда. Мне сейчас 8 иридиум долго и упорно копать. То есть его надо там миллионами. Вот, 64. Ну, его, по-моему, 4x можно получить. Вот вопрос, стоит ли это делать? Это тут делается. Так, ты сюда. Где это 8-иридиумная фигня? 12. Ладно, пускай накопится. Это может для каких-то крафтов пригодиться, я пока не знаю, так что мы это сбрасываем, все.
Вот. Ну, это, в принципе, тоже. Это мы даем сюда. Линзу скидываем и забываем про нее. Это сюда. Иридиум. А, еще вот эту надо металлогическую пластинку положить. Фу, я даже не знаю, с чего тут начать. В принципе, у нас тут от Industrial Bloom. О, можно вот эти попробовать. Солнечная панель. Да, что тут у нас, солнечные панели, вот эти надо и вот эти. А, ну, в принципе, я могу 7 уровня сделать солнечную панель. Так, а что у нас по энергии после того, как мы вот это вот... Хотя, в принципе, эта вот штука ограничивает мне возможность использовать. Нет. То есть она медленно, но упор... А в смысле... А тут пробивать не надо дырку до самого бедрока. Тут же как-то надо было до бедрока дырку пробить. Ну, давайте попробуем на всякий случай пробить. Кстати, опять не работает настройки, управление. Улучшенный projectile juice, simple RF tools. Spell... Так, RF Tool. А, это RF Tool. Quark Project Intelligence Excavator. Мне не надо Grave. Мне надо выкапывание. Вот это, кнопка 4. Готово. Вернуться. Работает? Работает. Так. Пока что удачно идем. Давайте докопаемся до бедрока. Может она, ну, чуть-чуть эффективнее. Вот эта вот штука нехорошо. Вдруг она будет мешать. А я не хочу. Так, это нам, я так понимаю, быстро понадобится, да? Можно какое-нибудь другое место ставить вот эти вот плямбы. Еролит. Отдай. Сейчас в лаву, да? Конечно же, лава. Но лазер. Тебе, так я, судя по всему, или пофиг, или... Так, давайте сделаем по-другому. Вот, возьмем вот эту, она у меня, по-моему, без... Ну, лазер пойдет. Или тебе не обязательно. Так, где еще ставили эти плямбы? Они, по-моему, один блок занимают, из-за этого может не работать. Вот она. Вот, еще одна. Так, вот еще одна. Но... Жбонг. Нет. То есть, бедрок... А, вон еще одна лямба. В смысле? Тебе не обязательно сейчас бедрок видеть, что ли? Но она-то работает, да? Она ж типа из-под бедрока копает. Но я блямп этих больше не вижу. И она вроде бы как работает и без них. Ну ладно, а хотя можно в описании почитать. Они ж там пишут. Они ж там пишут. Актуальные технологии, пик машинери, вот эта вот штука. Craft pass, laser, anivhere, do not have the indoors, not have it as a bedrock. То есть вам не надо. Laser drill, anyway, ttt, back, laser bus. Laser lens, can't describe the depth, ttt, zzz. This is Gedimina castle. Так, рецепт. С белой линзой иридиум. Ага.
Мы можем еще сюда, по-моему, поставить это Industrial Foregoing. Можно поставить этот же улучшатель, как его. Куда, блин? Давай. Так, это надо дело как-то уже тогда автоматизировать. У меня там, хотя ящик там, но то все тут. Ну и платина идет, и это идет. Блин, платина мне сейчас нафиг почти что не нужна. Так, ириди оставляем, золотая руда. Сюда, 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 сюда. Это сюда, это мне не надо, Елориум и пока не нужен, это не нужен, это не нужен, этот, к счастью, пока не нужен. И так, ну ладно, раз тебе бедрок не нужен, это хорошо. Это очень хорошо. Хорошо, все будет хорошо. О, здрасте. А ты откуда мелочь пузатая взялась? И обязательно маленький должен был появиться, да? И в каком месте мы тут прорубились? Что тут у меня когда-то было? Хотя у меня вот золото заканчивается, если быть честным.